Всем здорово, братцы, с вами Эрнесто, и это ваша любимая рубрика «Путь к бизнесу» за 600 тысяч доната на Аризоне РП, 9-я серия по счету. Ну а перед тем, как начать просмотр, давайте наберем здесь 2000 лайков, я думаю, труда нам это не составит. Также, если тебе нравятся мои ролики и ты еще до сих пор не подписан на мой канал, то обязательно жми на красную кнопочку «Подписаться» и установи колокольчик, чтобы тебе приходили уведомления. Желаю всем приятного просмотра и погнали! Давай честно, хоть раз хотел ли ты поиграть в GTA? Но чтобы все действия происходили в России, да еще и онлайн с другими игроками из России, Украины, Беларуси и других стран СНГ. У тебя есть такая возможность? Амазин, криминальная Россия с голосовым чатом и режимом игры определенного персонажа уже ждет тебя. Это целый мир из русских городов, деревень, отечественных автомобилей, потрясающей атмосферы и безграничных возможностей. Начни играть бесплатно. Ссылка и мой личный промокод для получения подарка на начало игры находится в описании. На данный момент у меня насчитывается 122 447 АЗ-коинов. Это мне удалось достигнуть за 8 серий. Посмотрим, сколько же мне удастся сегодня добыть доната. Давайте сядем в свой Маверик, не будем тянуть время. Я его наконец-таки припарковал к своему домику. И, в принципе, сейчас, я думаю, отправимся сразу же к центру занятости. Или, хотя, подождите, я уже, по-моему, работаю таксистом. Да, я уже таксист. Будем выполнять сегодня квесты изначально, за которые можно получить также АЗ-шки. Механика, таксиста, может быть, еще что-то выполним. Также хочу вам напомнить о топовом промокоде хэштег Эрнесто Шоу, который вам на 5 уровне выдаст 600к вертов. Я уже прилетел на стоянку таксистов и давайте, в принципе, сейчас возьмем таксишку. Кстати, у меня на канале сняли страйки и я вчера провел свой первый стрим за долгое время. Я бы не сказал, что количество зрителей меня особо порадовало, колыхалось в районе 100-180, но все равно мы посидели с вами и лампово поговорили, поиграли в сампик. Так что теперь стримы на канале у меня будут, проверяйте свои колокольчики, чтобы они стояли и следите за новостями, когда я буду запускать стрим. Кстати, на стриме вчера я попродавал некоторые свои сертификаты на авто, и некоторые предметы, и у меня сейчас есть на руках 125 миллионов. И также, по-моему, я в казино еще поднял 11 миллионов. Кто был на стриме, тот помнит. Так, все, давайте установим быстренько тариф. 200, нам потому что деньги особо не важны. И все, в принципе, поехали куда-нибудь в людные места, хотя онлайн сейчас на сервере всего лишь 320 человек, так как раннее утро. Также, если я сейчас открою свой инвентарь, вы уже можете заметить, что у меня есть 54 АЗ-коина. Это также я выполнял квесты, ну как выполнял? Вот заходим в ежедневные бонусы, и мне накапало за то, что я пригласил трех людей, они достигли третьего уровня, и также за то, что я отыгрывал 5 часов. Вот так вот они и накопились. В принципе, давайте их сейчас заберем в себе на счет. Так, 54 за коина. Все, отлично, у меня теперь стало 122 500. Оп, все, смотрите, первый клиент ко мне сел. Куда тебя везти? А, понял, его нужно отвезти на стоянку, которая находится возле автобазара. Все, в принципе, погнали, его быстренько отвезем. Заодно заработаем какую-то копеечку, но это незначительные суммы. Нас интересует выполнение квеста исключительно, чтобы получить АЗ-коины. Так, все, первого клиента мы отвезли, заодно заработали 5200, в принципе, тоже плюсик такой неплохой. И еще мне осталось перевести 14 клиентов. Затем ежедневное задание уже будет завершено. Также я уже везу второго клиента, Эрнесто. Да, привет тебе передаю, Рики, попал в серийку. Оу май. Так, ладно, сейчас я его отвезу в центральный банк и заодно, чтобы не теряя время, заскочу в лотерейную купить себе VIP-билет. Мало ли повезет, и я выиграю 1000 АЗ. Все, вот она наша любимая лотерейная. Давайте сюда залетаем. Как раз таки онлайн сейчас небольшой и у нас есть хоть какие-то шансы победить. Так, когда определяются победители? Блин, они будут определены только через 3 часа. Ну окей, ладно, я все равно куплю сейчас VIP-билет, вот, да, за 2,5 миллиона и у меня будет шанс выиграть 1000 АЗ коинов. Это будет просто прекрасно, если я выиграю, потому что за все серии «Пути к бизнесу» я выигрывал только один раз в эту лотерею и получил 1000 АЗ. Все, покупаем. У меня списалось 2,5 миллиона. Блин, на самом деле, это такая большая сумма, но она того стоит в случае того, если у меня получится выиграть. Я тут вез двух человек до аэропорта заброшенного. Мне дали на чай 50 тысяч даже, нифига себе. И сразу два клиента вез. Отлично. Все, пацаны, давайте, расход. Я уже устал сюда ехать, честное слово. Чисто загрузил полную фуру ацтеков, бандосов, и сейчас у меня будет плюс 3 человека сразу к выполненному заданию. Вообще неплохо залетел так в гетто, пацаны отзывчивые, красавчики просто. Всем привет передаю. А куда мы, брат? В счастливую жизнь. Так, все, квест был успешно выполнен, плюс 24 азекоина есть. Амигосы, я к вам. О, все, приглашаю вас в себе организацию. Все, пацаны, я теперь ацтек до 8 ранга. Вау. Обратно садимся в таксишку, теперь только в форме ацтека, вообще замечательно. Теперь я поеду
перееду устроюсь механиком и буду также их чинить, чтобы получить 20 азекоинов. Лихита Фернандо Калиман установил новое название 8 ранга на Эрнесто Шоино. Эрнесто Шоино, прикиньте, пацаны, вы выкупаете вообще просто, вот влепите только за это лайк, вот просто стоит только за это прямо сейчас поставить лайк. Все, теперь по-рецкому берем механика машину и также начинаем работу. Нужно починить, по-моему, если я не ошибаюсь, также 15 игроков. Да, я получу за это 20 АЗ монет. Так, все, первый пошел, пацаны. Починил одного, отлично. Так, ну-ка, почини транспорт за один. Все, принял. Смотрим, зачиталось или нет. Да, есть. По-моему, еще пару человек починить осталось, и все, квест будет выполнен. Так, все, мне был добавлен талон на 20 азекоинов. Спасибо, пацаны. Теперь у меня есть 44 азекоина, которые мы тоже успешно забираем. Так, ну что ж, друзья, квесты я выполнил. Теперь я вывел реферальные монеты со своего промокода личного. Давайте их сейчас все сразу переведем. Сегодня я буду акцент делать более на сложную добычу азекоинов, а не так, как обычно. Через промокод я забираю огромную сумму и все. На этом серия заканчивается. Нет, я решил выполнять квесты, открывать подарки, рулетки. Ну, в принципе, я и так это делал, но тут я буду делать все намного больше и лучше. Все, в АЗ-шке я их перевел, осталось забрать себе их на счет. Так, забираем быстренько все это дело. Так, забрал я, значит, все реферальные монеты. У меня сейчас получилось 124449 азекоинов. То есть срев монет плюс 2000. Также у меня тут еще осталось 23, которые я не перевел. Давайте я их переведу. Далее, я проверил, выиграл я или нет в лотерее. И, к сожалению, я в нее не выиграл. Но ничего, думаю, в следующей серии обязательно повезет. А теперь давайте перейдем к нашим любимым рулеточкам, которые я закупил специально для вас и потратил на это немалую сумму денег. У меня есть 72 серебряные рулетки и 2 золотые. Все, давайте использовать и начинаем крутить. Здесь у меня есть слот 35, 41 и 1 азекоин. Посмотрим сейчас, что нам выпадет с 70 прокрутов. Надеюсь, как можно больше азешек. Подарок 6 штук тоже, в принципе, пойдет. Выпадает талон на 1 азекоин. Ну, это, конечно, смешно. Ладно, идем дальше. Я очень рассчитываю, что выпадет хотя бы около 300 азекоинов. Потому что, как я и сказал ранее, в этой серии я минимально задействовал азекоины со своего промокода. Так, мне выпал предмет серебро, и у меня сменился слот. Выпадает еще один талон на 5 азешек. Ну, тоже бред. В следующей серии, я думаю, мы попробуем с вами выполнить квесты от банды, закрасить граффити и так далее. Сегодня, потому что я только прошел таксиста и механика. Наконец-то выпал нормальный талон на 45 азекоинов. Наконец-таки, хоть одного дождался, а то по одному по 5 это вообще не дело было. Крутим дальше, еще 38 прокрутов. Еще один талон на 45 азекоинов, уже хорошо, крутим дальше. Еще один талончик у нас подлетел на 29 штучек, хорошо. Пока что остаемся на этом слоте и смотрим, что он выдаст нам еще. Если долго не будет выдавать что-то, я просто его сменю. Опача, подъехал талончик еще на 39 азешек, нормально. Давайте, осталось 14 прокрутов. Тут, кстати, есть в слоте 2 тачки и немало так азешек, я вам скажу. Но в основном падают подарки. Сектор приз на барабане, парни. Выпал сертификат Уранус, одна штука, слот сменился. Тачка это тоже хорошо, ее можно, по-моему, продать за 2 миллиона, если я не ошибаюсь. Но уже такой неплохой окуп, я вам скажу. Выпадает еще один ценный приз, серебро, слот опять меняется. Что за дичь? Так, вот это тоже замечательно. Того на 42 АЗ. Давайте докрутим уже 4 прокрута именно на этом слоте. Или слоту, я русский не изучал, не ебет. Крутится, крутится последний прокрут серебряной рулетки. И что же выпадает, что же выпадает? Параша полная. Ладно, давайте, у меня еще есть 2 прокрута золота. Просто сейчас спустим 1 200 000. В общей сумме это стоит все, 2 рулетки. Откроем, так и быть. Возможно, сейчас мне повезет, выпадет 500 АЗ или буллет. Я буду рад любому призу из этого. Доска для серфинга падает. Ну, такое себе на самом деле. Она стоит где-то 900 тысяч. Но рулетку я в любом случае купил. Это хорошо. Сейчас посмотрим, что со второго прокрута мне выпадет. Таблетка адреналина. Пошло оно в жопу. Смотрим, что мы выбили. 164 плюс 42. Ну, грубо говоря, 200 азекоинов я с серебра рулеток выбил. Давайте их сейчас заберем. В принципе, я думаю, что это неплохо. И еще тачку, кстати, мы выбили из ценных призов. Ну, из золотой рулетки доску для серфинга. Не сказал бы, что я ушел в большой минус. Все равно какой-то плюс к азешкам есть. А вот и наш любимый Эдвард с вами стоит, ждет нас, пока мы откроем у него подарочки. Давайте запомним, сколько у меня сейчас есть азешек. 124 700. Все, погнали открывать, обменять подарки. 5000 нас не устраивает, 5000 тоже не устраивает. Хоть одну азешку мне выдать. Так,
80 АЗ падает. Вот, вот это уже хорошо. Так, идем дальше. Серебро, 5 кусков. 40 АЗ коинов падает. Идем дальше. Уже в общей сумме 120 есть. Еще 30 АЗ коинов падает. Серебряная рулетка, кстати, падает. Хорошо. Еще 40 АЗ коинов падает. 50 тысяч. Все, подарки закончились. Итого, что мы имеем? У меня было 500 подарков реально, и я просто выбил сейчас 300 АЗ. А, или 200. 200, 200. По-моему, я чуть-чуть ошибся. Ну и давайте крутанем рулеточку, которая мне сейчас выпала, серебряную, чтобы она мне мозги не мозолила. Того на 9 АЗ коинов. Ну... Че, давайте их заберем тоже, в принципе. Как раз у меня там будет ровно сейчас, по-моему. Да, 124 900, почти 125 тысяч доната. Давайте подведем мини-итоги. 100 АЗ-шек я выбил с ежедневных заданий. 200 АЗ я выбил с рулеток. И 200 АЗ я выбил с подарков. Также 2000 Аризона коинов я выбил со своего промокода. В итоге мы получаем 2500. В общем, друзья, на этом серия уже, к сожалению, заканчивается. Если она вам понравилась, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. Также ваш лайк ускорит выход следующей серии. И, конечно же, дружище, если ты до сих пор не подписан на мой канал, то обязательно подпишись и установи колокольчик, чтобы тебе приходили уведомления о выходе моих новых видеороликов. С вами был Эрнесто, всех крепко обнимаю, до скорых встреч, пока-пока. We'll be right back.